Так, добрый вечер. Пишем реплей специально для ICCAP TV. Игра 1КПТС. Ну, самый обычный PUBG-фан. Ну, мод сейчас напишут. Dota Rev. Да, РД отлично. Ну, в общем, посмотрим на пик скоржей и синтов. Ну, я думаю, в принципе, игра не будет такой уж привлекательной, поскольку 1К. А на 1К, как мы знаем, интересного вообще ничего не бывает. Ну, скоржи пикают первого саппорта. Это Венга. Посмотрим, конечно, что она будет покупать, потому что я сомневаюсь все-таки, что на 1К кто-то способен саппортить. Саппортить достойно. Пикается пуш у команды синтов. Ну, конечно же, да. Пуш все-таки пойдет на мид через бота. Ну, в принципе, для 1К идея разумная, но все равно не сильно. Да, пикается хороший лейт вайвер. Кто там вообще из лейтов есть? Ну, в принципе, да, лейты имеются, причем неплохие. Морф, Фантом. Хороший лейт. Ну, все-таки, честно говоря, не очень команды хотят их пикать. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пикается также Рики, команды скажи. Ну, все-таки будем смотреть, да, сейчас какая будет расстановка по лайнам, какие пики, ну, а дальше, в принципе, будем уже наблюдать саму игру, фарм, кто будет фармить, все-таки лейты или саппорты, посмотрим. Ну, я думаю, опять же, что все-таки ничего привлекательного в игре не будет, посмотрим, как отыграют обе команды. Вот видим то, что батридер купил сапог, фласку на МП и на ХП. Ну, опять же, 1К, да. И идет к Пуджу на мид. То есть, сейчас что-то здесь будет уже неладное. Да, ну вот, неплохо видим, закупился Рики у команды. Так, ну, ясно, уже, короче, ливы пошли. Но, видимо, все-таки игры не будет у нас. По моим предположениям. Но я думаю, все-таки команды отыграют. Ну да, вроде бы как бы команды готовы играть. Ну, будет неплохо, да, если мы все-таки продолжим. Вот, кстати, Лич, видимо, все-таки готов саппортить команду, купил варды. Неожиданно, честно говоря, для меня на 1К. Омник тоже неплохо закупился, в принципе. Ну, честно говоря, может быть, игра все-таки примет особый поворот, тем более 4 на 5 игра будет. Венга пошла на мид. Ну, честно говоря, от этой игры можно всего ожидать. Тем более то, что на один лайн пошел Морф с Вайвером. Непонятно для меня пока что. Ну, видим то, что на миде у синтов стоит просто дабла. Ну, хотя пуш... видел, уступает все-таки мид. Да, и уходит плавно на низ. К Личу. На топе, в принципе, спокойствие. Ну, стоит Омник, конечно. Обидно то, что против двух дальников, тем более лейтов. Да, честно говоря, ну, Вайвер как-то на автоатаке фармит. Морф из-под него забирает крипов. Уже двух, кстати. Ну вот видим то, что команда Скоржей тоже на низу добивает своих крипов. Ну, для 1К, честно говоря, все равно это сильно. Я не ожидал, честно говоря, что прям начало игры будет именно таким. Не думал, что будет все-таки какие-то варды на карте. Вот видим, забирают Рики. Пуш сейчас просто должен забрать Рики, и это First Blood, да. Конечно же. Ну и сейчас возможно, что они заберут даже Пугну. Пугну, бегут за Пугной. Лич дает первый скилл, тут Пуш дает хук и просто забирает даблкил от Пуджа. Вторая минута, даже второй нету.
Первая минута, Пудж дает даблкил, третий левел. Но, честно говоря, все-таки игра, я думаю, примет свой поворот, тем более количество игроков на команде Скоржей. Если команда Сентов начнет сейчас доминировать, все-таки я думаю, то, что игра все-таки затянется у нас. Действительно, интересно все-таки наблюдать за такими событиями. На топе пока что все очень даже спокойно, ничего не происходит. Да-да, все очень спокойно. На миде тоже как бы особо Венга не пытается как-то доминировать на батридера. Вот видим, что наизу что-то происходит непонятное. Рики бежит просто в магазин, но сейчас он просто отдастся. Ну да, Пуш забирает Пугну просто с хука. Сейчас Лич дает первый скилл новый, и все, и как бы забирают Рики. Опять даблкил от Пуджа. Второй даблкил еще за одну минуту. Ну, действительно, как бы выглядит это как полный бред. Ну да, не могу, честно говоря, ничего тут сказать. Все очень странно, все очень странно. Я думаю, что просто, конечно, это такие команды. Но все равно, видим то, что на топе... Да, что по фарму вообще? Хочу затронуть тему фарма. Именно мне вот интересно, или сейчас там что-то будет происходить на миде. Так, что-то FPS прям так скачет. Не нравится мне это. Вообще не должен. Да, вот видим, сейчас Пудж потихонечку пробирается в инвизе на топ. Ну, скорее всего, конечно, это будет килл вайвер, потому что 200 хп это вообще как бы ничего для Пуджа. Он просто даст хук, мне кажется, и заберет его. Ну, конечно, да, просто Пудж дает хук, забирает вайвера. Сейчас Морф забирает Омника, и Пудж, скорее всего... Нет, Морф все-таки уходит. Хватает Морфу маны, чтобы уйти от Пуджа. Ну, ничего страшного, все равно. Где-то там еще команда. Да-да. Ну, в принципе, такие размены. Ну, слабенькие, но все равно есть. Слава богу, есть. Так, на низу пока что Лич стоит против Даблы. Тяжеловато ему приходится. Вижу, что он не фул хуповый. Ну да ладно. Сейчас опять Пуш возвращается на мид. Интересно, конечно. Но мне кажется, он не заберет все-таки Венгу. Потому что день, мне кажется, Венга его все-таки должна заметить. Все, скорее всего, она его заметила или нет. Непонятно. Да, да, Венга замечает Пуджа и все, уходит за тавер. Он уже как бы вряд ли вытянет. Сомневаюсь. Да, да, не рискует Пудж тянуть все-таки. Ну и все же хочу затронуть как бы тему фарма, пока ничего особо не происходит вроде, или произойдет сейчас. Скорее всего, может быть, Пуджа зажмут как-нибудь, или вряд ли даже, не знаю. Ну вот что-то происходит вроде на миде, как-то батридер что-то влетел, но это минус батридер, очевидно. Нет, или да, или Пуш забирает Венгу, забирает Морф Батридера. Все-таки происходят какие-то размены, и сейчас, скорее всего, дадут килл Пуджа. Или не дадут, у Морфа не хватает маны, а Пудж бежит куда-то непонятно. Просто отдается Пудж по-глупому. И это... Два килла сейчас просто было подарено в миде. Также забирают нанизу Лича. Лича забирают. Рики забрал Лича, правильно, да? Да, Рики забирает Лича. Ну, что-то действительно... Все-таки происходит интересное. Да. Ну, на мид ТП хэтся батридер. Ну, он не заберет вайвера, конечно же, нет. Ну вот, пока что более-менее лайны расслаблены. Все-таки затрону тему фарма. Ну, честно говоря, у Пужа как такового крипстата вообще нету, но зато есть скиллы. То есть 6-1, в принципе, для 6 минуты это неплохой результат. Но в то же время у него один крип. Батридер. 9-1 крипстат. Очень слабый крипстат для мидера. Очень. То есть за 6 минуты это вообще никакой крипстат, я бы так сказал. Омник 6-0 по крипстату тоже очень слабо. С учетом того, что он стоял сейчас 2 минуты вообще сам на лайне.
Лич 10-4, ну, для саппорта это нормально, Венга 13-3, но опять же это мидер, ну, саппорт, ну, я не знаю, как бы Криксата вообще никакого нету. Морф такой же 14-0, ну, как бы, честно говоря, полный бред по крипстату, конечно, у игроков. Ну, а сейчас нанизу пуш тянет, есть уже 6-й левел у пуджа, все это минус Пугна, и сейчас это будет минус Рики, это будет... Скорее всего, или не будет, это минус Вайвер. Нет, Вайвера вряд ли догонит. Или Лич бежит за Вайвером. Но он, скорее всего, сейчас просто уйдет в инвиз. Ой, сейчас еще и Лича может забрать. Ой, в инвиз уходи. Нет, нет, глупый Вайвер, очень глупый. Но в то же время Лич его забирает и разменивается. Разменивается Лич все-таки. В это время Пуш остается один на лайне. Да, что там вообще у Омника происходит? К Омнику пришел фармить Морф. Не знаем, что Морф, конечно, будет показывать, но не могу сказать. Вот, Морф создает иллюзию Омника. Скорее всего, я думаю, будет... Нет, он хотел, наверное, просто его замедлить, этой иллюзией, и начать забирать, но, видимо, что-то не получилось. Так, нанизу там Пуш опять кого-то хуканул. Да, это минус Пугна, это минус Пугна нанизу или нет? Странно. Не захотел все-таки Пуш бежать за ним. Конечно, сейчас это для него может обернуться неизвестно чем, поскольку к нему направляется весь отряд команды Скоржей. Так, вот сейчас Пуч просто один на один встретится с Венгой в лесу. 7-й на 7-й левел. Очень интересно. Нет, Пуч все-таки не решается тянуть Венгу, тем более сзади бежит Вайвер, но он его еще не видел. Вот сейчас он его все-таки увидит. Там недалеко Пугна, Пуч начинает есть Вайвера, но все, это... Да, минус Вайвер от вышки. Забирает Пуч. Там в лесу еще Пугна, но крипы ее не заберут. Да, ну конечно, полный бред прийти вчетвером, еще кому-то отдаст. По таварам, причем так по-глупому, вообще просто невероятно. Не понимаю немного. Так, вот там на топе что-то происходило, но нет, не решается Омник там вступать в бой особо с Морфом. Тут приходит Батридер, но опять же не высовывается Батридер. Ну, увидим, посмотрим, что это будет вообще. Но, конечно же, Морфа, я думаю, они не заберут, потому что у Морфа есть мана на прыжок, на волну. Батридер еще промахнулся своим скиллом. Не, ну куда, ну все. Он, конечно же, сейчас не уйдет. Нет! Куда же там? Нет, не уходит Морф все-таки. Вайвер почему-то не дает. Вот, дал все-таки свой инвиз, бежит за Омником. И не убьет. Не убивает Омника. Сам умирает. Вообще очень глупый размен. Просто невероятно глупый, я бы сказал. В итоге это еще киллы, как бы. Ну, по-очевидному, честно говоря, выиграет команда Синтов, потому что все-таки как-то они больше доминируют по киллам и вообще. На миде вот Пуч начинает есть Венгу, притягивает, все, минус Венга, ну... Нет, тут, конечно, мне кажется, уже без шансов. Я не знаю, что тут нужно сделать, конечно, команде Скоржей, просто... Я бы даже не сказал, что очень плохой пик, наоборот. Очень сильная команда, хороший пик, три очень хороших лейта. Ну, я не знаю, почему так получилось. Ну, вот, видимо, не очень хорошо. На миде вот пытаются забрать Батридера. Ну, вообще, что-то Пугна простоял просто в инвизе. Ну, вот они все-таки бегут за Батридером. Но не заберут они его. Батридер сейчас еще, наверное, на развороте захочет забрать. Или не заберет. Не забирает все-таки Батридер на развороте бедного Вайвера 40-хипового. Бедолагу. Но вот Пуш притягивает все-таки Морфа. Ну и, конечно же, он его забирает. Там у Морфа 720 хп. Ну, Морфу просто, конечно, делать тут нечего. Вообще. Ну, Лич тем временем стоит нанизу. У него 800 голды, ну, талисман, зачем-то ему аркан. Не понимаю, лучше бы сварил бы мир. Ну, опять же, что от этого ожидать, все равно игра как бы 1К, можем понять обе команды. Но все равно полная глупость, конечно, ребятам бы учиться играть. Вот тут Рикки бегает в инвизе.
Не, Венга вообще, видимо, думает, что они их сейчас заберут. Но она просто ошибается, по всей видимости. Но Рики сейчас забирает Лича. Рики Лича забрал. Ой-ой-ой. Этим временем Батридер расправился своими руками. А с кем он там расправился-то? Кого он сейчас забирал? Я так и не заметил. Да, Батридер забрал Венгу. Да. Так, еще там происходят какие-то киллы, размены. На миде или где-то, не могу понять. Вот на топе Пуш промахивается хуком. У Морфа ничего нету, ничего. Но он качественно создает иллюзию, замедляет, просто выигрывает себе время. Но просто по глупости берет и останавливается. Просто взял и остановился. Начинает перекачиваться, но его это уже просто не спасет, потому что маны нету, нету маны. Ему на помощь бежит Вайвер. Ну, скорее всего, Вайвер сейчас по глупости не побежал надаваться. На низу тем временем Батридер пытался все-таки... А, не, Рики пытался, да, забирать Батридера, но все-таки у него это не вышло, как мы увидели. Кусочек этого замеса. Ну, конечно, Венга у нас ничего мини не нафармила. Зачем она вообще туда пошла, я не понимаю. Батридер с ботингом все-таки показал, что он хоть что-то, но умеет. Все равно не понимаю. Вот Лич уже, короче, приобрел гем. Ну, в принципе, для саппорта похвально, но... Ну, конечно же, да, тут даблкил на руне. Тут даже думать не надо. Да, да. Конечно же, минус пугна, да, там триплкил. Триплкил от Лича на руне. Отлично для саппорта, конечно. Просто невероятно. На топе там тоже какая-то оборона товаров. Ну, 13-я минута. Фарм даже затрагивать не хочу. Мор 26 крипов. Это вообще никак. Батридер 25 на 1. Лич 20 крипов. Венга 24. Рики 22. Ну, честно говоря, фарм никакущий у ребят, но... Размены очень качественные от команды Сентов, и поэтому я считаю то, что доминируют в этой игре все-таки они. Не столько даже по фарму, сколько по киллам. Ну, если бы, конечно, в этой игре бы здесь бы стоял бы и фармил Вайвер. Если бы его бы качественно саппортила Венга. Если бы в пугнах хорошо... Ой, если бы в замесах бы хорошо помогал пугна. Здесь бы совсем был бы другой разворот событий. Вот сейчас все-таки заберут, наверное, Лича. Забирают Лича. Ну, все равно, они бы могли бы еще бы и Пуджа забрать. Ну, нет, нет. Ну, там пришел Батридер. Забирает Венгу бедную, утаскивает ее. Сейчас они еще, скорее всего, догонят Вайвера. Потому что он... Нет, все-таки он ушел в инвиз, но там есть гем. И сейчас, скорее всего, Пудж попадет хуком. Да, и это минус Вайвер. И опять такой глупый размен. Просто, ну так отдать. Не понимаю. Ламывается морф на мид, на Омника. Омник кидает на себя репел. Но. Морф даже ничего не хочет делать. Но сзади сейчас Омнику заходит в спину Рики. И Рики дает немножечко кривой туман. Морф его вообще выталкивает с тумана. Омник хилится. О, господи, Рики просто стоит уже. Он не культует. Ой, не дай бог, не отпускайте его, ребята, отсюда. Там еще иллюзия его замедляет. Рики не хочет даже на него прыгать. Все, тут приходит Лич просто. Омника отпустили, просто отпустили. Рики, я не знаю почему, он просто даже прыгать на него не захотел. Видимо, все-таки побоялся чего-то. Но Лич вот стоит на миде. Если Рики сейчас выйдет, ну, я считаю, что Лич его просто должен сейчас будет убить. Более преимущество по левелу. Даже не такой по артефактам. Рики, не, Рики вообще очень слабый, честно говоря. Мог бы сейчас пофармить, выйти с диффузом, с башером. Интереснее. Ну, вообще игра, честно говоря, как по мне, никакая. Не эпичная, ничего. Ну, отрывается там какие-то врывы на мид. Но это минус Рики. Не, Рики не забрали, но тут Батридер куда-то летит, но Рики просто уходит в сторону. Уходит в сторону. Все, и ребята разворачиваются и просто бегут домой. Да,
ничего особо интересного не произошло. Как-то тут на миде отбиваются, дефят тавер. Команда Скоржей, ну пуш вытягивает Венгу, минус Венга, все. Минус Венга. Тут бегает Рики в инвизе, его все-таки замечают, потому что был гем, и это еще минус Рики. Все. Там пугна у команды, Скоржей уже, смотрю, встал на АФК. И уже ничего интересного, я думаю, тут не произойдет в этой игре. Но, по сути, уже как бы видно то, что команда Сентов, хоть и с одним ливом, но все равно доминирует. И это как бы видно отчетливо по игре. Уж сейчас просто хотел дать хук на миллион, но немного промахнулся. Просто в миллиметрах пролетел хук. Ничего страшного, пуш, все у тебя впереди. Ой-ой-ой, еще один кривой хук. Ну, опасные такие моменты, конечно, но тут, в принципе, уже все понятно. Я не знаю, как должна отыгрывать эту игру команда Скоржей. Какие-то замесы на миде, ну, Рики дал туман. Пуч вытянул Вивера, убил там гем, потому что и сейчас пытаются забрать Морфа. Но он должен уйти. Уходит куда-то в бок на волне, там еще Рики забирают. И сейчас еще должны забрать Морфа. И, скорее всего, заберут Венгу даже. И забирают Венгу. Это минус 4, 4 в 0. И как это, понимаете, конечно же, победа. Тем более, там Омник вообще был на топе. 4 в 4, 4 в 3. 4, нет, да, 4 в 4 был замес. И команда Скоржей, конечно же, просто проиграла в 0. Тут без вариантов. Омник этим временем пушит топ. Он дается тавру. Не может перевести атаку. Вивер бегает, ищет кого-то. Ну, конечно, уже не покинул. Да. Ну, а топ сейчас идут забирать всем отрядом Омника, ну вот что-то мне подсказывает сердце, хоть он и без МП, но он уйдет. Они его даже забирать не стали. Ну хотя, вот сейчас тут Рики увидит его, и Вивер его увидит, и все сейчас идут за Омником, но Омник очень быстрый. И Омник их заметил, и просто бежит вперед. Не, ну чем им фокусить, конечно, нечего. И сейчас туда идет пуш еще на помощь. И что-то мне сейчас подсказывает сердце. Все-таки будет какой-то замес. Пуш замечает Пугну, начинает его есть. Но Пугна начинает хи... Ой-ой-ой! Что происходит? Вот это очень уже интересно. Интересно. Так. Скорее всего, это сейчас будет минус пуш. Рики там где-то в инвизе. Или это даже не будет минус пуч. Вайвер, наверное, даже не ультанет. Конечно же, пуч забирает Вайвера просто на ОХП. Там еще расправляются с кем-то. Ну, все, да. Короче, там опять команда Скоржей проиграла. Все, там уже лиф у команды Скоржей. Рики замечают, хукают, все. Все. 4 на 4 остаются команды. Но тут уже, в принципе, ловить вообще нечего. Потому что здесь уже втащить просто невозможно. Там, смотрю, механизм варит лич. В принципе, ему это удается. Сейчас уже будет меков, есть барабан и аркан. Пуш, конечно, там уже аганим, смотрю, собрал, да. Вангуард, там уже 121 сила. Не, ну тут... Там Линкенсфера уже у Батридера. А у команды Скоржей ничего, вообще ничего. Морф вообще голый бегает. С костылем, и то не своим. Да, молодцы. Не, ну тут как бы уже вообще ничего интересного не будет. Ну давайте посмотрим еще один замес, как бы, и я считаю, что уже пора отсюда выходить. Тут уже ничего интересного не будет вообще. Батридер там на низу фармит этим временем.
Пуч, пуч делает ТП. О, пуч там уже замахивается на тревела этим временем. По голде, правда, у него 0. Но у него есть рецепт на тревела. И поэтому сейчас ему еще 300 голды и будут тревела готовы. Они чувствуют силу, когда встречаются их взгляды, не ждут подвоха и пощады. Посмотрим, что из этого вообще получится. Каждый будний вечер посвящает тренировкам, оттачивая технику. Регеночка, регеночка в ботл пошла. И они идут на топ забирать. Забирать. Просто идут карать. Карать всех. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас должен залететь опытный хук, но нет, он не залетает. Вайвер откидывает кривых жучков. Ну, конечно же, это сейчас, скорее всего, будет минус Рики. Даже не скорее всего, а так и будет. И скорее, да, он просто разворачивается. Ну, его кушает пуш и убивает. Вайвер уходит. Прибегает Пугна. Тут уже ничего не будет вообще. Не знаю, что тут может быть. Пугна, видимо, что он хочет там как-то замес организовать, но я не понимаю, что из этого выйдет. Там на низу этим временем тоже какие-то замесы. Батридер пытается догнать Венгу. В принципе, у него это получится сейчас, да. Или не получится? Не, получится, получится, я думаю. Так, там на топе этим временем тоже мы проспали все замесы. Там дали тоже килл. Батридер, видимо, ну, бежит за Венгой, да, он ее догонит, он ее не отпустит. Все, забирает Венгу, за Батридером прыгает Рики, но он сейчас еще и Рики заберет. Но он покупает ТП и просто уходит на него, да. Ну, я бы на его бы месте бы забрал бы Рики, честно говоря. Ну ладно. Пуч уже с тревелами бегает. Все, тут, конечно, уже нечего делать. Все, тут уже пуш. И уже ничего хорошего не будет. Поэтому мы отсюда просто бьем и выходим. Все. Спасибо всем за просмотр. Это был стрим специально для ICCup. Всего доброго.